Привет! В этом суперинформативном видео показываю, как я чешу своих собак. Это экспресс, лайт и далеко не профи версия вычеса, но даже она дает плюс 100 к ухоженности псов и столько же к чистоте в доме. Вот этот белый — это щенок самоеда, которому 5 месяцев, и непонятно вообще, откуда у него столько лишней шерсти, как будто у него первая линька. Сначала я сбрызнула спреем-кондиционером с эффектом антистатика, чтобы шерсть не липла. Потом взяла пуходерку и началось. При правильном причесывании нужно начинать снизу вверх маленькими рядками, там сначала лапы и далее туловище, как я это делаю на задней холке. Но у меня столько времени и терпения нет, поэтому что я делаю, это моя личная тактика, ни с кем не согласованная, тут мои собаки, мои правила. Check the mic and make sure it sound right, boys. С Шелти попроще. Длинную шерсть причесываю гребнем, а пуходеркой прохожусь по поверхности. Гривус сейчас не линяет, но лишняя шерсть тоже есть. А еще у него образуются колтуны от того, что белый его постоянно слюнявит. Ну, это все. Пока.